Хотя а уже писали. Слушай, я пришла, чуть с ума не сошла, такая то число. А я тоже неделю у меня не было, там 3 дня отдыхал, 2 дня на бурах в медведях работал. Ну. Пришел у нее мать Тереза, думаю. Я когда я потом Ольгу видела, она говорит, сама не узнала. Но. Это мы Ростика тогда снимали, Ростик об рубероид-то потерся, но. Вышел. Мы с Ниной приходим, и рты раскрыли, это такой трубочист. А он ходит, ну, черный просто. Ну, вот и начали мы весь плитку, который цемент, все убирать. Это все вот внутри они, да? Ну, да, ну, и вот. Это все, вот у Кая это как бы солнце побольше вечером. Угу. Оно быстро оттаивает и как-то это разлагается. Ой, ну вообще. А ну, тут вот, спрашивают, как они могли? Да как, молча, говорю. Молча, конечно. Им надо было почесаться, вот почесались. Ну. О, канистра, может, пойдет все-таки. Вот прямо вот. Я 8 дней не была в зоопарке. Думаю, ну, сегодня более-менее. И перчатки не взяла. Настя говорит, там есть рабочие. Давай. И я говорю, погрею все там в тропическом, если эти ничего делать не будут. Ага. Слушай, прямо хоть маленько прямо. Я видела, там наши бросали Габа фото, а Ильтяков снимал видео. Ну, смотрю, отмылась. Ой. Ну, хоть. Вот мы же разъединялись, как бы. Так вот, когда они вместе, нет. А я говорил, как-то на то перегонки там не работают. Это когда она одна, она будет, так может, пойти. Я это, как... О, проверила. Ой. Вот, посмотри, как. Вот и все, да. Да, там и шары, он много их, там и шары, и все. Вон они, шары. Прыгай, играй. Нет. Надо канистрочку ту. Гердуля хочет канистрочку взять. Ну так бери. Кай плавал по промаде. Вот давай, бери. Вот. Надо караулить сейчас ее. Здесь солнце, я пойду туда. Ну, конечно, подплывет она к тебе. Солнце светит нафиг. Ну что? И шары у нее. Все ей дали. Нет. Тихо. Чего кричишь? Это Герда. Кай на даче. Папа Кай. Thank you.